дорогие друзья! Мы сегодня приехали на Крымскую 10. Я вам уже показывала вот этот гостевой дом элитный. Сейчас я хочу вам показать дом под ключ. Он находится также на территории нашего гостевого дома. Вот он, беленький дом, очень красивый, очень уютный, на 6 спальных мест, плюс дополнительное 7. Две кухни, зона барбекю, в общем, полный фарш. Я вам сейчас обязательно все покажу, но изначально сначала хочу рассказать про инфраструктуру, которая находится в этом районе. Как мы видим, уже от дома мы видим море. Вот, то есть сразу видно море, то есть буквально 3 минуты вы на море. Это один квартал, вот у нас акватория, кто разбирается, тот поймет. Соответственно, все кафе, рестораны, продукты, вообще все находится здесь. Если мы пройдем чуть-чуть вверх и повернем налево, там мы придем на полевой рынок, то есть там все продукты какие-то, наверное, домашние вы можете для себя найти. Думаю, не будем терять время, пойдем сразу показывать дом и покажу зону барбекю. Я прям выделяю ее, потому что очень мне он нравится, и это классное место, и всем я советую сюда приезжать, потому что цены, я знаю цены в Геленджике, и у них самые доступные цены за такое жилье. Это супер предложение. Ладно, не будем терять время и пойдем. Вот мы зашли на территорию нашего дома, а здесь у вас идет отдельный вход. Да, я думаю, что сразу нужно пройти и показать. Дом рассчитан на 6 человек, 7 дополнительно. Вещи повешать можно здесь, ключи положить. Ну, прихожка просто. Это у вас кухня. Кухня одна, естественно. Ну, в смысле, есть кухня в доме, есть уличная кухня. И есть еще зона барбекю общая. Сейчас поподробнее расскажу. Кухня. Здесь у нас стол, стульчики, стиральная машинка, зона приготовления пищи, чайник, микроволновка, духовка, холодильник, полностью вся посуда, раковина, все очень чисто, да. Здесь у нас закрыто, то есть можно здесь вещи свои положить. Санузел, ванна. Кто любит именно ванну, то это как раз вариант для вас. Раковина, туалет, ну, зона принятия душа. Здесь у нас комната 1, спальня 2 и еще спальня 3. И еще один санузел. То есть в доме 2 санузла. Еще выход на вашу зону отдыха. Сейчас тоже ее покажу. Здесь у нас диван раскладывается. Это 2 спальных места. Телевизор, сплит-система, интернет, естественно. Даже телевидение, я так понимаю, цифровое. Возможно, кресло раскладывается, я не знаю. Столик. И вот у нас пошла первая спальня. Здесь 2 спальных места. Светильнички, тумбочки, шкаф для вещей, комод с зеркалом. Да. И сейчас покажу сразу вторую спальню. Вторая спальня. 2 спальных места. Ну, точнее, диван раскладывается. Это 2 спальных места. И еще вот софа. Такой маленький диванчик. Он раскладывается. Еще дополнительное спальное место. Сплит-система. Есть парковка. Тут нужно заранее договариваться. Телевизор. Также телевидение, интернет, шкаф. И сейчас покажу вам еще санузел. То есть, да, тут уже идет как душевая кабина, зона принятия душа, раковина и туалет. Все очень чистенько, все убрано. Шкаф для обуви есть место. Вот примерно, я думаю, вы понимаете, что из себя он представляет. Гладильная доска, вешалка, бойлер нагревательный. А здесь у вас будет своя зона. Здесь стульчики, столик. Она у вас ограждена как бы шторочкой, то есть отделена.
Вообще вот тут идет гостиница, я уже ее показывала, я, наверное, ссылку оставлю в описании. На территории, то есть этот дом под ключ и гостиница, там несколько номеров элитных, я считаю. И вот у нас идет летняя кухня, здесь у нас зона приготовления пищи, раковина, и можете посудой пользоваться, принести с кухни и пользоваться ей здесь. То есть есть еще одна зона мангальная, я вам ее сейчас обязательно покажу, потому что это прям самый-самый такой сок. Так, выходим из дома и как раз выходим на зону барбекю. Здесь у нас розы, насаждения красивые, елочка очень классная. Вот у нас гостиница, я уже показывала ее в обзорах. Это у нас гостевой элитный дом, я его так называю. Да, вот тут у нас, кстати, за углом парковка, здесь такая качелька, велосипеды есть на прокат. И вот у нас зона барбекю, то есть тут еще одна летняя кухня, она относится и к гостинице, и к дому. Здесь можно пожарить шашлычок, и, думаю, готовить вам здесь не нужно, потому что у вас и в доме обалденно есть даже две кухни. Столик, и здесь столик, да, вот, то есть можете тут жарить и сидеть. Все очень чисто, все очень красиво. Сейчас мы прогуляемся к морю. Я покажу пляж. И обязательно цены оставляю в описании. Номер телефона свой тоже. Поэтому уточняйте даты свои и бронируйте. Вот мы вышли из гостевого дома. Вот уже улица Красногвардейская. И мы идем сейчас по Крымской вниз. Я даже не буду включать таймслап, по которой я все время снимаю дорогу к морю. Потому что здесь хочу, чтобы вы видели действительно, сколько занимает дорога на самом деле. Вот я уже пересекаю улицу, и мы уже находимся сразу у акватории. Да что такое-то? В этой части набережной полностью вся инфраструктура. Здесь, наверное, отдых такой более элитный, здесь подороже. Ну вот, потому что акватория рядом, и даже кафе, рестораны рассчитаны на людей, которые, ну, чуть-чуть повыше класса, среднего класса, наверное. Ну, цены, точнее, повыше. Ну, а также есть магазины, есть столовые, все сувенирные лавки. В принципе, здесь тоже такая зона. Мне нравится эта часть набережной тем, что здесь нет вот таких вот слишком громких кафе, баров, да, где гуляет, развлекается молодежь и очень громко и допоздна играет музыка. Здесь такой, наверное, более спокойный отдых. Здесь приходишь на набережную, посидишь в кафе, там покуришь кальян, к примеру, посмотришь на море, на горы и идешь в номер спать. Я думаю, это для людей, которые приезжают сюда не за тусовками, а реально просто для отдыха. Вот мы уже подходим к набережной. Сколько я уже иду? Полторы минуты? Две минуты я уже иду. Вот осталось мне еще минута. Но это надо лентяем быть просто, чтобы сказать, что это далеко от моря, конечно. Здесь у нас, по-моему, санаторий какой-то. Я точно не могу вам сказать. Это Святой Марий. Ну, я еще там не была, пока не дошла до него. Но я думаю, что я дойду. Магнит Косметик здесь присутствует. Если какие-то материалы вам нужны по уходу за собой, то здесь все можно будет купить. Вот у нас аллея, здесь можно погулять с детьми, есть детские площадки. Вот начались у нас кафе. С левой стороны будут кафе, с правой стороны будут кафе. Но они такие более, наверное, спокойные и чуть подороже. Сейчас я вам покажу пляж. Вот я уже подошла к набережной, сейчас покажу море и покажу пляж, на котором вы будете отдыхать. Я забыла дома стабилизатор, поэтому простите, что сейчас все трясется. В
И вот мы уже подошли к улице Революционная. Все, мы на пляже. Сколько прошло? 3 минуты. Вот у нас здесь вот такой пляж. Сильно ветер дует. Не знаю, слышите вы меня или нет. Я буду стараться его закрывать. Вам нужно написать мне по WhatsApp или Viber и указать свои даты и количество человек. Я вам скажу по цене и скажу, какие номера в этом гостевом доме свободны. Всем спасибо за внимание, ребята. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте, нажимайте на кнопочку колокольчика, который находится рядом с кнопкой подписаться в шапке профиля YouTube, для того, чтобы быть в курсе всех новых видео, всех новых объектов для сдачи жилья на летнее время, чтобы успеть забронировать первым, если вам это место понравится. Пока! Ребята, ставь лайк и все, прощаемся.